Хабаровске выясняют причины пожара в одном из городских кинотеатров. Во время вечернего сеанса загорелась крыша. Зал в тот момент был заполнен зрителями. В субботний день пришло много народу. Вместе с сотрудниками в здании оказалось больше 200 человек. Огонь, по словам очевидцев, вспыхнул прямо над головами, но аварийные выходы не работали. Была открыта только одна дверь. Люди эвакуировались самостоятельно. По данным МЧС, загорелся утеплитель в вентиляционной шахте.